Генеральный спонсор программы «Место происшествия» – интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. В Кирове разыскивают похитителей крупной партии кабеля из Череповца. Как стало известно, груз не доехал до адресата. В районе деревни Столбово кабель перегрузили на другой автомобиль. Все подробности в рубрике «Сводка». По словам потерпевших, их обманули логисты. Именно они организовали перегрузку товара под Кировом. Сейчас, судя по всему, ни логистов, ни товар отправитель найти не может. Известно, что перегрузка произошла 17 июня около 8-9 утра у деревни Столбово рядом с шашлычной. Затем машину, предварительно это бортовой КамАЗ, видели в 11 утра в районе улицы Производственной, 29. В кузове по всей длине машины были небрежно накиданы кабельные барабаны. Если вы знаете, что либо об этом происшествии, или у вас есть записи с видеорегистраторов с 17 по 19 июня, звоните по телефону 8 921 145 2105. Вознаграждение гарантируется. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который 17 июня около 18 часов на южном обходе Кирова объезжал пробку по встречной обочине и сбил человека. С места ДТП нарушитель скрылся. Если вы стали очевидцем этой аварии, звоните в Кирово-Чепецк по телефонам 455-92-250-11 через код 8-833-61. В Кирове полиция продолжает разыскивать 36-летнего Алексея Усова. 9 июня мужчина уехал на рыбалку к реке Вятка в район деревни Большая Гора и пропал. Приметы на вид: 35 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие. Был одет коричневый камуфляжный костюм, синяя бейсболка, черные резиновые сапоги. Особые приметы: на правом запястье татуировка с обозначением 4-й группы крови. Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Усова, просьба сообщить информацию по телефонам 519-447-8-912-723-18-98 или 02. Михаил Вагин, место происшествия.